Всем привет! В этом видео будем продолжать разговаривать о закаливании. А именно, я вам расскажу о правилах закаливания, которые необходимо соблюдать для того, чтобы не навредить своему здоровью. Начинать закаливающие процедуры необходимо, когда человек полностью здоров. Детям и людям, страдающим различными заболеваниями, можно начинать закаливание с щадящих процедур только после консультации с врачом. Необходимо соблюдать принцип постепенности. Это касается как температурного режима, так и временных рамок закаливающих процедур. При закаливании водой нужно начинать процедуры с воды комнатной температуры, постепенно понижая ее на 1-2 градуса. При закаливании солнцем также необходимо соблюдать принцип постепенности и начинать пребывание на солнце с нескольких минут, постепенно увеличивая время нахождения на солнце. Также очень важно проводить закаливающие процедуры регулярно, без больших промежутков, в любую погоду и времени года. Если все-таки так получается, что вы на длительное время прервали свое закаливание, то возобновите его с более щадящих процедур. Сочетайте закаливание с физическими упражнениями. Это гораздо повысит эффективность закаливающих процедур. Закаливание должно приносить бодрость и радость. Если вы чувствуете недомогание после закаливающих процедур, то необходимо прекратить закаливание и обратиться к врачу. Также при закаливании необходимо учитывать индивидуальные особенности человека, состояние здоровья, время года, природно-климатические условия и так далее. Выполняя различные процедуры, необходимо проводить самоконтроль, оценивать общее самочувствие, пульс, кровяное давление, аппетит и другие показатели в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Помните, что закаливание – это одна из составляющих здорового образа жизни. Не забывайте уделять ему должное внимание. Соблюдая эти правила закаливания, вы минимизируете риск нанесения какого-то ущерба своему здоровью и тем самым увеличиваете максимальную пользу от этих процедур. Если кому-то что-то будет непонятно, оставляйте свои комментарии, смотрите следующее видео, подписывайтесь на канал. Всем пока!